Ну, я бы хотел поделиться поделиться способом, каким образом можно поставить Greenstone с помощью на сервер LAMP. Ну, что такое Greenstone для начала? Greenstone — это система для ведения электронных библиотек. Она предназначена для того, чтобы ее можно было установить либо на сервер удаленный, либо на свой компьютер можно установить, кроме того. С помощью этой системы можно организовать электронную библиотеку, и кроме того, можно изготавливать даже, можно импортировать эти библиотеки электронные на диски. Для чего, собственно, я и установил эту систему к себе на компьютер? Для того, чтобы с помощью Greenstone организовывать диски с методической литературой для студентов. Значит, материалов по Гринстоуну довольно много в сети. Почему же я решил сделать этот? Ну, ситуация такая, что вообще-то ее устанавливают на удаленный сервер. Но дело в том, что я хотел, во-первых, установить ее на свой компьютер. Greenstone сама по себе идет уже со встроенным сервером, с сервером Tomcat. Но что делать, если нам не нужен Tomcat, если уже есть свой сервер, если стоит стандартная лампа XAMPP. Вот у меня на компьютере стоит XAMPP, и мне не нужен здесь дополнительный сервер, а я хочу его запитать от того же самого XAMPP. Что делать? Ну, для начала надо скачать Greenstone с официального сайта. Вот, значит, официальный сайт этого проекта Greenstone. Значит, здесь можно пойти в разделы загрузки. В раздел для загрузки представлены версии для различных операционок: Mac, Linux, Windows. Сейчас доступна третья версия, но я все делал на второй версии, Greenstone 2.86. И именно эту версию я себе скачал. Greenstone для Linux 64-битная версия. Значит, вот у нас уже скачанный инсталлятор программы. Запускаем. Нажимаем, что да, выполнить. Вот. И ждем запуска инсталлятора. Ждем запуска. Вот у нас появился, значит, окно инсталлятора. Ну, здесь все дальше стандартно. Выбираем язык. Далее принимаем соглашение. Дальше директорию, куда надо устанавливать. Ну, здесь по умолчанию вот такая директория. Я же захотел установить Greenstone внутри лампы. В раздел HTTP Docs создал папку GSDL. Это и указываем его в качестве пути. Нажимаем «Далее». «Далее». «Включить администрацию страницы». «Нет, я не включал». Вот. «Устанавливаем». И вот у нас, значит, идет стандартно, просто показывается установка. Какое-то время. Закончилась, установка закончилась. И вот теперь у нас Greenstone стоит в нужном для него месте, в нужной для него директории. С первой части все. Теперь, как же Greenstone подружить с XAMPP? А делается это так. Значит, в директории XAMPP, LAMP, ищем директорию ECT, где лежат различные файлы, и открываем для редактирования файл HTTP D config.
То есть это конфигурационный файл демона HTTP. Вот. Вот, пожалуйста, этот файл у меня открыт. И в конце файла мы дописываем следующее. Следующие строчки. Именно они позволяют подружить XAMPP с Greenstone. То есть позволяют XAMPP увидеть Greenstone. Apache увидеть Greenstone. Обратите внимание, здесь надо все писать не относительный путь, а именно абсолютным путем. Указывать абсолютный путь. Относительный я пробовал, но не работает. То есть все работает только на абсолютном пути. Ну вот, когда вы внесли все вот это вот, все эти правки, открываем консоль, стартуем нашу лампу. Ага. Лампа стартует. И открываем сайт Greenstone. Object not found. А что такое, блин? Ламп HTTP docs. Вот наш GSDL. Act. Так, это главный конфигурационный файл. Вот. GSDL. GSDL. А, ну конечно, вот в чем. Это было у меня. Набираем GSDL CGBIM. То есть, чтобы попасть в Greenstone, мы значит, теперь Greenstone установлен, XAMPP запущен. Теперь в адресной строке мы набираем следующую строчку. И вот попадаем в окно Greenstone. Ну, на этом первая часть закончена. Greenstone установлен. Ну, дальше я буду оформлять библиотеку и своими наработками буду делиться дальше. Всем спасибо.